Всем привет, меня зовут Ксюша. Расскажу вам про замечательную сумку на плечо «Школа монстров». Купи ребенку ТВ. Данная сумка выполнена из черного материала. Материал используется как вот такой вот матовый тканевый, так и материал, похожий на искусственную кожу. Это вот такие вот замечательные глянцевые покрытия. Сумка спереди украшена изображением Дракулауры. Также она украшена таким вот чудесным розовым кружевом и забавными надписями. У сумки имеется два отделения. Одно отделение большое, оно застегивается на молнию. Также у этой чудесной сумки имеется небольшое отделение, расположенное на обороте. Сюда ребенок может сложить свои тетради. У сумки имеется широкая лямка, которая регулируется. Лямка выполнена из черно-розового материала. Эта сумка станет прекрасным аксессуаром для вашей девочки. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.